Так, ребятки, сегодня у нас, блядь, 29 этого мая, блядь. Поймал на фидер ёршика, видите, какого, блядь. Там человек у нас вяжет что-то сети. И вот здесь клюет что-то, блядь. Ах, тут нихуя нет. Смотри, червя бил. Ну ладно, хуй с ним. Главное, что я это, запечатлеть хотел. Так, типа... Фидер, блядь. Ёбаный фидер. Он на эти две удочки, что ли, ловил? Щук. Или у него спиннинг есть? А у тебя тройники есть? На тройничок можно, как в это, жерличку поставить. Или просто водилочку сделать. Не, скорее всего, надо веревочку привязать. Ты ее оторвал, выкинул, да? А где она? Ее надо вот так вот, да, я его буду ставить, ну, так. Где? Белая. Может, белая веревка. Маловатая будет. О, блядь. Или клюнул, или ветром, я не понял. О, клюет. Сидит, что ли? Хуй. Тюкнул разок на фидер, блядь. Тянуть, что ли? Или снять колокольчик, нахуй, дотянуть? Как думаешь? Попробовать тащить, что ли, как думаешь? Вот так, наверное, она вымывается все. Ну, далеко ебану. Червячка одного, ага. Объели, суки. Че, ребятки, поймал первого маленького пискаря. Вот такого вот, нахуй. Небольшого, нахуй. Взял на джиголовку, нахуй. С твистером. Нихуя не клюет что-то. Давай. Вот поймал еще чебачка. Ага. Вот такого вот. Вот, давай, 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 давай. Ай, блядь. Вот, вот, вот. Давай. О, напарник ельца поймал, блядь. Не, это без поплавочки пойдет. Так, мне надо пройти туда, нахуй. Так. Сейчас мне надо их наживить. Так, сначала червя. Ложная поклевка, ребятишки. На червя? А там кто-то кашлял. Зацеп, что ли? Под водой? Ух ты, блядь. Да как это ты? Да нихуя ты не мог. Я думаю, не мог. У меня вот здесь вообще, смотри, в стороне было. А что она в стороне делает? Я недалеко кинул, что ли? Ну, да я думаю, тебе пора дернуть. Блять, ну и как его теперь это? Тут непонятно как. О, как регулируется. Все, понял. Нихуя. Нихуя. Ебать мой хуй, блядь. Жалко удочку, нахуй. Угу.
видел. Давай, сука. А, нихуя. Нихуя. Короче, обломные поклевки две штуки. Нихуя? Хода я... О! Ёб твою мать! А, вот он. Иди сюда. Пиздец, блядь. У вас, наверное, таких обрывов нету частых дома, да? Нету, да? А у нас, блядь, наша шефь. Хули такая же самая речка. Только рыбы нахуй мало. И это. Зацепов, да, хуя? А? Далеко? А? Что, кончились? О, о. Что-то начало. Шлюха. Или это я задел? Угу. Вот что-то, блядь. Охуенное что-то идет. Ручку сломал, ёб твою мать. Так, ты залез. Под язык, нахуй. Ручку сломал, прикинь же. Ёбана в рот, то не одно, то другое, блядь. То удочку раздавили, то нахуй эту хуйню. Вот, ребятки, по сравнению с Евгением, смотрите, какой ясь. Блядь, чуть выше. Добротный ясь. Доброзавр. Ну-ка, что у нас с ручкой? Или просто, хоть бы вылетел просто. Да, заебись. Да, просто стопор вылез. Он погнулся, прикинь, от такого удара, нахуй. Евгений поймал третьего чебака. Лагоста.